Так, демонстрация возможностей фонарика, включая его на максимальную яркость. Так, сейчас фонарик работает на максимальной яркости с наиболее широким пятном. Пятно можно сужать, делать свет более направленный. Буквально до тех пор, пока он не сфокусируется в одной точке. Максимальный зум. Как видите, освещает большую территорию. Такое вот пятно на стене. Его диаметр где-то 3 метра на расстоянии 2. Также есть режим экономии, более меньшая яркость. Вот в таком режиме довольно-таки тоже неплохо все видно. Однако более экономно будет расходоваться заряд батареи. И также есть режим вспышки, мигания. Кроме этого, на фонарике светится вот такая вот лампочка. На ней написано LED Headlight, для того, чтобы вас могли видеть, например, машины, если вы стоите за спиной к дороге. При изменении яркости фонарика меняется также и яркость лампочки. При включении режима мигания мигает также и лампочка.